Есть детали, на которые мало кто обращает внимание. С виду они небольшие, но меняют все. Одна буква «Т», или как называют ее у нас в банке «Т-шка», может иметь очень большое значение. Ну вот сами посмотрите. Вот видите, чего-то не хватает. Вот теперь другое дело. А это слово выглядит даже как-то пугающе. Вот видите, теперь это правильная банковская карта. Думаю, вы уже догадались. Правильно. Это наш мобильный агент. О нем и поговорим. Это Ваня. Он мобильный агент Банка Восточный. И его источник дополнительного заработка в его руках, в буквальном смысле слова. Ваня только что убедил своего собеседника в том, что тому просто необходима кредитная карта. И теперь все, что нужно Ване, это зайти в приложение на своем смартфоне и оформить кредитную карту. А это богатство Ивана. Те самые тэшки, от которых так многое зависит. Накопив тэшки, Иван может потратить их на что-нибудь ценное. Например, технику, гаджеты или даже на нематериальные блага. Но как копятся тэшки? Все очень просто. Итак, за каждую удачную сделку Ваня получает тэшки. Чем больше удачных сделок, тем больше тэшек. Но и это не все. По итогам месяца появляется рейтинг, победители которого получают дополнительные тэшки на свой счет. А это, согласитесь, очень неплохо. Так что есть стимул почаще выдавать кредиты Восточного и почаще заглядывать в свое тэшко-хранилище. Как видим, Иван хорошо потрудился и накопил достаточно тэшек, чтобы позволить себе новый смартфон. То, что нужно для отличной работы. Берите пример с него и копите тэшки. И помните, каждая заработанная тэшка приближает вас к новым возможностям.